наблюдать такой футбол. Ну какой гол сейчас удается забить прессингу. Ну вот и достойный ответ на мои слова о том, что в этом матче очень мало моментов и вряд ли мы увидим голы. Все-таки удается, но позволяет сохранить концентрацию, сохранить голову холодной. Сейчас атака очень опасная, можно бить, обыгрывать голкипера. И очень и очень элегантный, изящный. Еще можно кучу синонимов подобрать. Гол забивает Мухаммад Исаев. И победы. Еще раз напомню, с кем командам играть в следующем туре, 15-м, который 15 апреля. И еще один гол. Концовочки залетают в рот из ДД. Отличился таки и Муса Ефремов, который...